Доброе утро всем, с вами я, Оксана, и жизнь как она есть. Ну что, у нас маленькая победа. Сегодня по электронной почте я получила постановление о прекращении дела об административном правонарушении. То бишь вчера, который приезжал проверяющий, оперативненько отправил мне уже эту бумажку. Ну и что же здесь у нас есть? Что значит постановил? Производство по делу об административном правонарушении в отношении физических лиц, меня и моего супруга Андрея Михайловича, прекратить в связи с отсутствием событий административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано у вышестоящего должностного лица в арбитражном суде в течение 10 суток со дня вручения или получения постановления. То бишь, и что выявлено у нас еще было? Значит, в ходе проведения расследования установлено, что по адресу там поселок Тулагина на земельном участке с кадастровым номером таким-то, возле объекта недвижимости, возведен объект недвижимости, животноводческая ферма незавершенного строительства размером 1240 на 3050, согласно из выписки ЕГРИП, реестра, получается, что собственниками являются я и супруг. Исследовав материалы административного дела, прихожу к выводу, что дело об административном правонарушении в отношении того-то подлежит прекращению. На основании пункта 1 части статьи 24.5 установленные административным расследованием обстоятельства указывают на отсутствие события административного правонарушения. Так, поскольку выдача разрешения на строительство согласно пункта 2 части статьи 17.51 Градостроительного кодекса РФ не требуется в случае строительства объекта, не являющегося объектом капитального строительства, что я постоянно и пыталась доказать, что разрешение на строительство не требуется, если это не капитальное строение, если это земля в собственности. Дальше что еще? Там не только капитального строения. Любой постройки сейчас на собственном участке, не производственного там огромного здания промышленного от 1500 квадратов, разрешение на строительство не требуется. Это новые поправочки в закон вошли в 2018 году. Поэтому, я надеюсь, сейчас от нас отстанут. Мы можем спокойно дальше достраивать нашу ферму. Мы вчера заезжали к главе, который строчит на нас вот эти жалобы. То бишь, получается, есть глава города, а есть глава Тулагина-Кильдянского наслега, ну, как бы поселка. Вот ему чем-то наша ферма мешает. Не знаю, чем. Но он в отпуске до 2 октября. Поэтому нам увидеться с ним не удалось. Но ничего, мы дождемся, когда он выйдет с отпуска. Либо, я не знаю, либо придется писать заявление в прокуратуру о предвзятом отношении, потому что он явно просто вставляет палки в колеса. Развиваться дальше мы не можем. Проверка за проверкой. Это длится уже на протяжении 2 лет, как этот человек пришел к власти. Вот так. Ну, на сегодняшний день это маленькая победа. Ура! Выключай!